Встречайте, Руслан Сафаров. Руслан, привет. Я очень рад тебя видеть. Я рад, что наши звездные гости настояли на том, чтобы ты вернулся в проект. Ты сам-то рад? Да, спасибо. Ну что, тебе предстоит побороться за главный приз. Готов? Готов. Отлично, я тебе желаю удачи. Сможет ли наш участник в уме решить сложнейшие примеры в ограниченное время? Мы начинаем испытание для Руслана Сафарова. Руслан, мы приготовили для тебя игру, которой каждый из нас был когда-то увлечен. Это «Тетрис». Сейчас на экране начнут произвольно падать фигуры. Некоторые из них сложатся в примеры. Тебе нужно успеть решить пример и дать правильный ответ до того, как фигуры полностью заполнят экран. И игра таким образом закончится. Ты готов? Готов. Тогда отправляйся в кресло. Удачи, Руслан. Все желают тебе удачи. И мы начинаем. Итак, первый пример. Готов дать ответ. Готов. Прошу. Ответ 729. 729. Экран еще не заполнился фигурами. Ну давайте узнаем. 729. Это правильный ответ? Да. Это правильный ответ. Вау! Теперь задача изменится. Сейчас на фигурах снова появится пример. Он состоит из нескольких действий и даже дан правильный ответ. Только мы убрали из примера все знаки действий. Сложение, вычитание, деление, умножение. Нужно будет понять, какие знаки пропущены, и дать ответ до того, как экран полностью заполнится фигурами. Ты готов? Готов. Ну что ж, поехали. Минус, потом плюс. Давай проверим, правильный ли это ответ. Да, это правильный ответ. Невероятно. Просто невероятно, потому что это сложнейший пример. Очень невероятно. Это просто. Но теперь следующий пример. В первой скобке во второй, а между скобками знак плюс. Да. Проверяем, правильный ли это ответ. Да, это абсолютно правильный ответ. Просто невероятно. Руслан, испытание закончено, но ты нас потряс. Тебе аплодисменты. Бородкина. Вот это да! Привет! Привет, Агния!
Привет, Агния. Здравствуйте. Ты, собственно, готова нас удивлять? Да, готова. Прекрасно. Получится ли у Агнии выполнить задание на скоростной счет, которое считается сложным даже для взрослых? Узнаем прямо сейчас вместе с Агнией Бородкиной. Тебе удачи. Спасибо. Агния занимает кресло. И первый этап испытания. На экране появится прямоугольник, разбитый на множество квадратов. Участница должна за 3 минуты сосчитать, сколько квадратов есть в этой фигуре. Задание может показаться вам несложным, пока вы не вспомните, что каждые 4 квадрата – это тоже квадрат. 4 таких квадрата тоже образуют квадрат. И так далее. Если всем все понятно, то давайте начнем. Испытание для Агнии Бородкиной. Прошу. Прямоугольник 20 на 40. 3 минуты. Время. Ну, вообще даже не понимаю. Это столько квадратов здесь. 20 на 40. Это какой-то алгоритм, да, наверное, должен быть? Да? Не знаю. Или алгоритм, или она представляет, не знаю. Осталась минута. У меня готов ответ. У тебя еще 40 секунд впереди. Хочешь отвечать? Да. Итак, твой ответ. Ответ 172 200. 172 200 квадратов. Да. Из них 800 очевидных, потому что прямоугольник 20 на 40. Да. Еще раз повтори свой ответ. 172 200. Я попрошу показать правильный ответ на экране. 172 200 квадратов. Это правильный ответ. Второй этап. Усложняем. Теперь это будет не прямоугольник, а прямой параллелепипед. Мы просим Агнию посчитать количество квадратов на каждой плоскости этой фигуры. Готова? Да. Вот она, фигура. Время пошло. Да. Женя, у тебя есть хотя бы какой-то ответ предварительный? Сейчас. Где-то 90 600. Ты реально считаешь? Осталась минута. У меня готов ответ. У тебя остается еще 20 секунд, но если хочешь, прошу. Ответ 29 150. Давай проверим. 29 150. Покажите правильный ответ, пожалуйста. Я 90 тысяч сказал, 90 600. Выходи к нам, спасибо тебе большое. Это правда потрясающе. Агния Бородкина, удивительный человек. Удивительный человек 2010 года выпуска. Никита Кучумов.
Никита, привет. Привет. Скажи, пожалуйста, ты школьник, в институте учишься, работаешь? Школьник. Школьник? Я занимаюсь в школе и в школе гениев. И в школе? Гениев. Это хорошая школа. В школе гениев. Ну, скажи, пожалуйста, ты себя ощущаешь кем? Вот ты пока только начинающий гений или уже такой гений-гений? Гений-гений. Вау! Вау! Молодец! Ну что, сможет ли наш юный герой быстро посчитать количество квадратов в случайно сформированной композиции? Узнаем вместе с Никитой Кучумовым. Прошу вас, Никита. Испытание будет состоять из двух частей. И для участия в первой части задания я хочу пригласить Евгения Пупанаишвили. Жень, вы давно в «Тетрис» играли? Не играл, а после того, как стал чемпионом мира, по «Тетрису» не играл. Хорошо, то есть вот джойстик. Покажите класс, удивите нас. У нас стихи родились. Задание следующее. Чтобы мы все были уверены, что это задание для Никиты сформировано случайным образом, я прошу Женю в хаотичном порядке набросать фигуры в игре «Тетрис». А после Никита за одну минуту посчитает, из какого количества квадратов эти фигуры состоят. Если все понятно, то мы начинаем испытание для Никиты Кучумова. Итак, приготовились. Играем. Женя, так быстро? Понятно, уровень. Вот. Женя. Так, все. Игра закончилась. Жень, вам аплодисменты. Реально. Но справедливости ради надо сказать, что это была максимально возможная скорость. И теперь, если Никита готов... Готов? Я готов, да. Я прошу развернуть кресло к экрану. Задача Никиты — посчитать количество квадратов, из которых состоит фигура, ну, которую набросал Евгений. Время. Фигуры 168 кубиков. Я потрясен, потому что еще полминуты не прошло. Я еще считаю. Никит, прости, еще раз произнеси, пожалуйста, свой ответ. 42 фигуры, 168 кубиков. 168 кубиков, 42 фигуры. Да. Давай проверим, правильный ли это ответ. Покажите нам ответ. Абсолютно правильный ответ. 168 кубиков. Никит, тебе аплодисменты. Аплодисменты. Но кажется, что это задание для начинающего гения. Вторая часть испытания. В студии вы видите две фигуры, построенных из кубиков. Никита должен подойти к первой и как можно быстрее сосчитать, из какого количества кубиков она состоит. Никита, готов? Прошу, вот эта правая фигура сейчас для второго испытания. Прошу. Кубиков это. 87. Да. Давай проверим, правильный ли это ответ. К большому сожалению, в этой пирамиде 81 кубик. 81, но все равно тебе аплодисменты. Пока счет 1-1. Ну, один абсолютно правильный ответ и один, ну, почти правильный. А теперь третья часть испытаний. Сейчас Женя... Я? Да-да-да. Бросит во вторую фигуру. Мячом. Задача Никиты — посчитать, сколько кубиков осталось. Прошу. Можете даже руками, Жень.
Привет. Привет. Итак, задача очень простая. Вы попадаете в эту фигуру мячом и подсчитываете, какое количество кубиков выбито из фигуры. Никита подсчитывает фигуру, сохранившуюся. Не промажь, Жень. Жень, лучше в край, чтобы просто мы не разрушили всю фигуру, а? Ну и отлично, ну и отлично. Женя считает выбитые, Никита считает все остальные. А можно я фигуру поправлю? Да, конечно, конечно. Можете пока присесть. То есть ты готов уже дать ответ? Прекрасно. Твой ответ? 109. 109 кубиков. Да. Хорошо. Я знаю, что изначальное количество кубиков в этой фигуре было 119. Жень, сколько вы выбили кубиков? Ровно 10. 10. Ровно. Снайперское было попадание. Ровно 10 кубиков. А это значит, что ответ Никиты абсолютно правильный. И ничего нельзя было сделать заранее. То есть мы изменили фигуру в режиме реального времени. Никита, это впечатляюще. Это впечатляюще. Встречайте, Валерия Битько. Валерия. Привет. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, а ты больше себя ощущаешь кем? Полиглотом, говорящим на разных языках, или математиком? Наверное, все-таки математиком. Математиком. А математику ты давно изучаешь? Полтора года. Всего? Да. И такие фантастические результаты? Ну, получается, что да. Здорово, здорово. Ну, давайте проверять. Как быстро можно считать в уме, узнаем прямо сейчас. Мы начинаем испытание для Валерии Питько. Итак, Валерия, прошу вас, отправляйтесь в кресло. Прекрасно. Этап первый. Сейчас Валерия будет решать примеры на слух. Мы с вами увидим их на экране. Я попрошу Валерию сложить два двузначных числа, а потом постоянно прибавлять к сумме второе слагаемое. Итак, пример первый. Пример первый. 27 плюс 18. Начали. 45, 63, 81, 99, 117, 135, 153, 171, 189, 207, 225, 243. Стоп! Подождите, я не успеваю. Что происходит? Что это? Это невероятно. Компьютер завис немножко. Да, это что-то. Компьютер не успевает. То есть у нас компьютер не успевает за Валерией. Аплодисменты, это потрясающе. Все ответы абсолютно правильные. Что происходит? Объясните. Каждый раз второе слагаемое. Что прибавляем? 18 прибавляем. Каждый раз 18. Смотрите, два двузначных числа. 27 и 18. А дальше второе слагаемое 18. В предыдущей сумме. Понятно. Более того, все эти ответы были даны за 8 секунд. За 8 секунд. Продолжаем. Пример второй. Мы уже видим все правильные ответы. И проверяем скорость Валерии. 19 плюс 22. Начали. 41, 63, 85, 107, 129, 151, 173, 195, 217, 239, 261, 283, 305, 327, 349. Стоп! 11, 12. 12 секунд. Это потрясающе, правда. Вообще, мне кажется, что Валерия выговаривает числа дольше, чем их складывает. Это удивительное ощущение совершенно. Просто удивительное. Этап второй.
усложняем. Следующие примеры произнесу не я. Мы записали их заранее на иностранных языках. Первый пример прозвучит на английском. Ответ от участницы мы просим на русском языке, чтобы он был понятен всем. Валерия, вы готовы? Да. Прошу. Пример. Валерия, ответ. 122. 122. Проверяем, правильный ли это ответ. Это неверный ответ. Но все равно аплодисменты. Минус 12. Минус 12. Не знаю, получится ли справиться со следующим заданием. Следующее задание еще сложнее, потому что задание на смеси английского и французского языков. Вы готовы? Да. Пример мы видим на экране. Покажите нам. А теперь прошу запись. 27. Moins 13. Plus 43. Plus 18. Plus 91. Moins 26. Minus 15. Plus 72. Minus 33. Moins 45, plus 80, moins 11, minus 68, plus 26, minus 83. Есть ли ответ? Да, 63. 63. Проверяем, правильный ли это ответ. Шестьдесят три. Блестяще. Венцель Крюс. Привет, Венцель. Я думаю, что готовясь к сегодняшнему финалу, ты в основном разминался с мячом или все-таки занимался ментальными упражнениями? Mehr mentale Übung, weil, wie gesagt, ich war ja zwischendurch noch in London und hab da. Я занимался больше ментальными упражнениями, и между нашими выпусками я побывал в Лондоне и принял участие в Олимпиаде по ментальным видам спорта. При этом я завоевал 2 золотые медали. Ничего себе! Это потрясающий успех, и мы желаем тебе большого успеха на нашем шоу. Спасибо. Ну что ж, сможет ли наш герой посчитать примеры, составленные случайным образом, и при этом еще не уронить мяч? Проверим вместе с Венцелем Крюсом. Сейчас кто-либо из звездных гостей напишет на доске любое двузначное число. Венцель возведет это число в квадрат, в куб и так далее, вплоть до какой-то степени, какую успеет возвести. Это может быть 5-я, 6-я, 7-я степень, может быть. А на это у нашего героя есть минута. И всю минуту он будет
чеканить головой мяч. То есть мы не ограничиваем, в какую степень нужно возвести. Успеет в пятую, в шестую, в седьмую, в девятую. Только интересней. А, Оль, напишите двузначное число, пожалуйста. Отлично. Отлично. Die Zahl ist 67. 67. Время пошло. 64 74 63 20 151 121. Время истекло. Аплодисменты Венцелю. Он успел возвести 67 в пятую степень. Вторая, третья, четвертая, в пятую степень. Блестяще. Не имеет смысла проверять промежуточный результат, потому что все равно этот результат 67 умножен на 67, этот результат предыдущий еще раз на 67. Давайте проверим сразу нам 67 в пятой степени. Покажите нам, пожалуйста, этот результат. Итак, в пятой степени 1, 3, 5, 0, 1, 2, 5, 1, 0, 7. Абсолютно точный результат. Вау! Абсолютно точный. Вау! Итак, зрители в зале, назовут нам любые 10 цифр, ну, кроме 0 и единицы. Папа Венцеля продиктует их сыну на английском языке. Задача Венцеля – перемножить эти числа теперь уже между собой, продолжая набивать мяч. Ответ Венцель тоже даст на английском языке. Правильные ответы посчитаем с помощью компьютера и покажем на экране. Ассистенты с микрофонами, прошу в зал и называйте ваши цифры, кроме 0 и единицы. Понятно, почему нельзя 0 и единицы? Потому что на единицу будет предыдущий результат, а на 0 мы все обнулим. Не нужно. Прошу. 7. 7. Следующее. 9. 9. Дальше. 5. 5. Дальше. 6. 6. 3. 3, я услышал. 3. 8. 8 услышал. Похоже на аукцион. Что? 8. Хорошо. Еще раз 8. Почему нет? 9. 9. 2. Хорошо, 2. 7. 7. Еще что? 4. 4. 4. Ну, по-моему, как-то бесконечно усложнили. Сколько у нас было по заданию цифр для того, чтобы их перемножать? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот, сделаем вот как, чтобы было никому не обидно. Вот этого нет. Итак, я приглашаю Вернера Грюса к нам в студию сюда. Прошу вас. Приветствую вас. Теперь, если все готовы, прошу. Окей, 9 5 4 5 6 270 3 810 8 6 480 8. Seven. 6,531,840. And 4.
26 000 127 360. Аплодисменты Венцелю. Вау! Это было очень впечатляюще. Очень. Браво! Ну, давайте проверим, правильный ли это ответ. Итак, 26 127 360. Давайте посмотрим ответ. $26 127 360. Самый юный участник финала – Захар Герман. Захар, я очень рад тебя видеть в финале. Скажи, а эту шикарную футболку ты сам себе выбирал? Да. Ты знаешь, что написано у тебя на футболке, да? Да. Супербой. Супербой. Да, да. А сможет ли наш юный участник проявить одновременно математические и мнемонические способности? Проверим вместе с Захаром Германом. Захар, прошу в кресло. Сейчас мы разделим наш экран на две части. В левой части мы увидим два примера, значения в которых будут очень быстро меняться. В правой части с той же скоростью будут меняться 15 картин русских художников. Задача Захара – запомнить все картины по порядковым номерам и при этом решить два примера. Если все понятно, мы начинаем испытание для Захара Германа. Можно развернуть Захара к экрану. Итак, внимание на экран. Решаем и запоминаем. Поехали. Сорок восемь и семьдесят два. То есть для тех, кто не понимал, это было два параллельных примера. 48 и 72. Давайте выясним, верные ли это ответы. Уже это само по себе было бы совершенно невероятным событием. Но мы уже видели, как Захар решает два параллельных примера несколько недель назад. Вот теперь нам нужно расставить картины в той последовательности, которую Захар запомнил. Номер шесть. За вами номер шесть, прошу. Номер 13, вижу. Так, следующая работа. Номер 10. Грачи прилетели. Номер 4. Да. Прекрасно. Номер 4. Следующая картина. 12. Хорошо.
Пеппо. 5. Номер 5. Так. Номер 7. Номер 7. Номер Мольберт. 15. Номер 15. Аппетитно. Номер 11. Номер 11. Номер 11. Номер 3. 3. У нас неплохая галерея получилась. 14. 14. О! 9. Номер 9. Прошу, прям за вами. Ну, вот это все знают. Номер 8. Номер 8. Прекрасно. Осталось две работы. Номер 2. И? Номер 1. Номер 1. Ну что, давайте поаплодируем Захару. Но мы не знаем, все ли правильно. Захар, пойдем, пройдемся по нашей галерее. Давай проверять. Значит, у нас простой способ проверки. Мы уж не будем смотреть на экране. Мы вот видим эту работу и видим, что здесь стоит. Над вечным покоем Левитан. Ну, сомнений нет, правильно, работа стоит. Аплодисменты Захару. Это произведение известно каждому. Узнает каждый карапуз. Это девочка с персиками. Серов. Молодец, все правильно. Как ты думаешь, как называется эта картина? «Ковер-самолет». Блестящее знание, правда. Смотрим. «Ковер-самолет» Васнецов. Все верно. Так. Все путают, не знают, как правильно называется эта картина. Она называется как, не знаешь? Знаю. Как? «Неизвестная». Абсолютно точно. Не «Незнакомка», а «Неизвестная». Крамской, конечно. Слушай, ты меня поражаешь все больше и больше. То есть ты не только считаешь, ты еще про живопись что-то такое знаешь. Господи. Так, это что такое? Грачи прилетели. Грачи прилетели, точно, Саврасов. И ты правильно поставил эту картину. Пойдем дальше. Тут замечательно все. Чай, арбузы. Купчиха за чаем. Так и есть. Кустодиев. Пойдем дальше. Это кто такие? Иван Царевич на сером волке. Иван Царевич на сером волке. Васнецов. Да. 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 Но. Девятый вал. Точно. Это Айвазовский девятый вал. Мы правда не ожидали, что Захар будет. Я думал, что будет просто, ну, расставить эти увиденные изображения. Оказалось, нет. Ну, на самом деле это Яблонское, но я вот не вспомнил бы. Утро. Ну что, правильно все? Вот, ну так и есть. Пойдем дальше. Захар, ты мой кумир просто. Так, как называется холст? Московский двоек. Точно. Поленов, художник, замечательно. Так, вот здесь номер 8, ну. Богатыри. Да ладно. Да. Точно. Это богатыри, это Васнецов. Послушай, я надеюсь, что вот такого с тобой произойти не сможет никогда. Я абсолютно в этом уверен. Опять двойка. Это Решетников, конечно. Но ни одной ошибки вообще ни в примерах, ни в живописи. Как называется работа? «Утро в сосновом лесу». Шишкин. Абсолютно точно. Так, тут кто-то верхом. Всадница. Всадница, конечно. А кто еще верхом бывает? Конечно. Ну и, наконец, в заключении. Захар, уникум ты. Ну, просто удивительный масленица. Уникум. Масленица, точно. Это масленица, это Кустодиев. Захар, эти аплодисменты тебе. Ты нас удивляешь второй раз. Потрясающе. Привет, Арсен. Скажи, да. Пожалуйста, а кроме математики, какие еще в жизни радости? Также я занимаюсь футболом. Так. Спортсейгингом. Это такой спорт. Собираешь стакан на скорость. А, я знаю, такие быстро пирамиды строишь. Да. Я такое видел, да. Также шахматы играю, читаю книги. Ты всесторонне развитый человек. Прекрасно. Может ли 12-летний Арсен считать быстрее, чем группа студентов физмата? Проверим прямо сейчас вместе с Арсеном Рахымбековым. Для начала надо познакомиться с оппонентами. Вот они.
идут сюда, тоже чудные люди. Какой курс? Третий. Ну, это серьезные люди, третий курс. По правилам этого научного поединка наши многоуважаемые студенты могут пользоваться любыми аналоговыми способами. Считать в столбик, на бумаге, как угодно. Арсен, напротив, должен считать только в уме. Теперь внимание на экран. На экране вы видите облака. За каждым из них скрывается математический пример той или иной сложности. Звездные гости называют номер облака, после чего пример открывается. Все пробуют решить его на скорость, каждый своим способом. Уважаемые студенты поднимают руку, как только нашли правильное решение. Арсен же сразу называет ответ вслух, после чего мы проверим этот ответ на экране. Все готовы? Да. Выбираем облако, назовите любое. 14. 14, прекрасно. Итак, пример номер 14. Прошу. 4, 7, 7, 5, 5, 4, 9, 2, 5, 5. Отлично, я не запомнил ничего. Проверяем. Покажите нам ответ. 4, 7, 7, 5, 5, 4, 9, 2, 5, 5. Каждый из вас приблизительно на середине процесса, согласитесь. Да? Ну что, мы продолжаем. Следующее облако, прошу. Пожалуйста, номер 11. Облако номер 11, прошу. Очень интересно. Третий курс до сих пор считают. Готов? Арсен, слушаю. 4, 1, 7, 4, 8, 8, 8, 4. Давайте сравним. Покажите ответ. 4, 1, 7, 4, 8, 8, 8, 4. Ребята, вам аплодисменты за участие. Не-не-не. Ничего в этом унизительного нет и быть не может. Просто понятно, что математик, физик не обязательно должен уметь так быстро, таким аналоговым способом считать. Но, во всяком случае, я могу точно сказать, Арсен не только быстрее вас считает, но и тише, потому что вас скрипят еще эти штуки. Но продолжим, да? Вам интересно? Нам, кстати, кажется, что это очень интересно. Разозлитесь! Давайте, соберитесь. А можно облако номер 5? Ребята, 5, не поддавайтесь. Пожалуйста. Вперед. Ух ты! Ух ты! Корень третьей степени. Готов? 87. Что? Не может быть. Не понял. Все, у тебя есть результат? 87. 87, говорит Арсен. 87. Ребята, а вы успели записать? Нет, это правда, надо увидеть. То есть... чудесные студенты. Они записали уже условия задачи. И это классно. Это классно. Ну что, продолжим? Василий. Ах, да, я еще прихожу в себя. Давайте 17. 17. Крайне слева. Крайне вообще не пишет. Он заводится. Не-не. Готов. Арсен, готов, слушаю. 6, 8, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 1, 9, 8, 3. Показывайте нам, пожалуйста, ответ. 6, 8, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 1, 9, 8, 3. Вау! А калькулятором можно пользоваться? Чем? Калькулятором. Ну, пожалуйста. Вы хотите проверить просто? Попробовать, да, тоже. Смогу ли? Успею ли я вбить эти числа? Хорошо, да, хорошо, хорошо. Ну, давайте хоть еще пример выберем. 20. Пример номер 20.
Катя, и что мне делать? Я говорю, ну я не знаю. Переверни его. С корнем. Господи, корень. Тут нет корня. Корень из двух. Последняя либо цифра, либо 2, либо 4, либо 6, либо 8. Готов? Арсен, да. 6, 6, 8. Что есть? 60, 68. 668. У Арсена. Смотрим ответ. 668. Арсен, аплодисменты. Потому что, правда, это удивительно. Арсен, посмотри. Вот все эти люди тебя аплодируют. Встречайте, финалистка Юлия Кузнецова. Юля, приветствую. Здравствуйте. Здрасте. А как-то специально готовилась к финалу? Тренировалась. Серьезно? Да. То есть слушала звуки? Да. Привыкала, считала? Да. А вот... случится миллион. И как использовать миллион? Я бы себе новый музыкальный инструмент купила. Отлично. Какой? Домру. Я желаю, чтобы появилась новая домра, миллион рублей, победа. Сможет ли Юлия Кузнецова перевести в математические значения звуки, интегрированные в мелодию? Узнаем прямо сейчас. Итак, в отборочном туре Юля показала нам, как она умеет считать на слух, ориентируясь на специальные звуковые сигналы, у каждого из которых есть свое математическое значение. Знак с числом. Сегодня финал, поэтому наша участница готова удивить нас еще сильнее. Сейчас в зале прозвучит мелодия, в которую мы интегрировали звуковые сигналы, которые Юля преобразует в математические действия. Напомню, Юля знает, что к каждому звуку привязаны значения от минус 9 до плюс 9. Ну, то есть звук — это сразу и знак, и число. Вы будете видеть на экране, в каких моментах музыкального произведения находится звук с тем значением, которое знает Юля. Всего таких звуков в этом музыкальном произведении 50. Но вот сама участница не будет видеть экрана. Прошу вас, займите кресло. Итак, сумеет ли наша героиня найти все звуки в мелодии, узнаем прямо сейчас. И я приглашаю в студию музыкантов. Но красота. Да. Юля, вы готовы? Да. Удачи. Прошу, немного музыки. Я понимаю, хочется аплодировать музыкантам, но важно не мешать Юле. Юль, есть ответ? 9. Ответ Юли 9. Давайте узнаем, правильный ли это ответ. И это Вау. Правильный ответ. Вау! Это правильный ответ. И это было фантастическое кружево, как эти математические звуки были спрятаны в мелодии. Это было, правда, потрясающе. Это еще нужно обладать потрясающим слухом. А теперь максимальная сложность. Еще одна мелодия, в которой спрятаны
70 звуков с разными математическими значениями. Более того, в этой мелодии будет использован ксилофон, звук которого можно спутать со знакомыми Юле сигналами. Юль, готовы? Да. Прекрасно. И снова удачи. Начали. Просто замечательно. Такое спокойствие, да, релакс. Как она угадает, интересно. Смотрите, Василий, она видите, тоже считает по пальчикам, да? По пальчикам. А? Похоже, считает что так, тоже, да. Откладывает, да, ноты? Какие-то там свои задачки, да? Мне кажется, да. Не аплодируйте. Один. Один? Да. Узнаем, правильный ли это ответ. И это правильный ответ. Это безумие. Это, потому что это такая вязь, такое кружево с этими звуками. Спасибо большое музыкантам, вам аплодисменты. Юля, но сейчас аплодисменты для вас, вау. Потому что да, это круто, чудесно. Круто. Встречайте, самый быстрый математик Бахтияр Байбусинов. Быстрый, но ленивый. Выехал, выйти не захотел. Наш участник способен считать в уме с большой скоростью. Причем не только со скоростью мысли, но и со скоростью передвижения. Да, давайте начнем испытание для Бахтияра Байбусинова. Итак, вы видите в студию вот эту замечательную цепочку огромных костяшек домино. Бахтияр будет мчаться на гироскутере и в уме считать сумму всех костяшек домино. Я попробую посчитать пешком. Я не буду ездить на гироскутере, это травмоопасно. Сейчас я попробую просто посчитать. Значит, 3 плюс 3 – 6. 6 плюс 1 и 3 – это 10. 10 плюс 2 – 12. 12 плюс 5 и 1 – это 13, 18. 18 плюс 3 – 21 и 1 – 22. Ну, приблизительно вот в таком темпе все будет происходить. Я так думаю. Ну, потому что у меня есть два высших образования, одно техническое. Ты готов? Да. Серьезно? Ты это сделаешь быстрее, чем сделал я? Да. Ты в этом уверен? Да. Итак, испытание для Бахтияра. Прошу, на старт. Поехали. Ответ.
330. Что приятно отметить, что мы с тобой были у одного парикмахера. Ну, да. Это хорошо. У моего? Я все... Нет, Женя, не у вашего. Наш бережно обходится с прической. А вот 1 000 000 рублей. Но вдруг получится выиграть. Как можно будет распорядиться? Я бы хотел полететь бы на Новую Гвинею к папуасам. О-о-о. Интересно. О-о-о. Я бы тоже хотел полететь на Новую Гвинею к папуасам. Не уверен, что там пригодятся деньги, но на перелет деньги нужны, это верно. Это верно. А, ну что ж, сможет ли Ярослав Сотников обрабатывать данные, полученные из двух источников одновременно? Узнаем прямо сейчас. Первый этап испытания. Ярославу предстоит считать примеры на умножение и деление на доске. И одновременно с этим решать примеры на сложение и вычитание, которые ему буду читать я. То есть Ярослав должен воспринимать примеры одновременно визуально и аудиально. Ответы на примеры, прочитанные мной, Ярослав будет произносить сразу. Каждый мы зафиксируем на боковом экране и проверим после окончания испытания. Ярослав, готов ли? Готов. Я желаю тебе удачи. Прошу, подходи к доске. А я буду читать примеры с экрана. Итак, по моей команде начнем. 3, 2, 1... Поехали. 64 986 плюс 19 582 минус 14 620 плюс 47 183 минус 34 587 минус 26 428 равно 56 116. 56 116. Зафиксировали. Следующее. 11 702 плюс 33 833 плюс 10 857 минус 39 815 минус 13 261 плюс 49 431 равно 52 747. 52 747. Зафиксировали. Следующий пример. 63 892 минус 35 907 плюс 49 115 плюс 21 483 минус 77 011 плюс 48 353 равно 69 925. 69 925. Зафиксировали. И следующий пример. 32 812 плюс 59 033 минус 75 587 минус 14 610 плюс 97 815 минус 11 356 равно 88 107. Зафиксировали. У меня закончились примеры. Мы в шоке. Ты решил все примеры на доске? Да. Ну что, сначала
давай проверим те примеры, которые я тебе диктовал. Итак, первый твой ответ – 56 116. А правильный ответ – 56 116. Ответ второго примера – 52 747, по мнению Ярослава. А правильный ответ – 52 747. Пока ни одной ошибки. Третий пример. По мнению Ярослава, ответ 69 925. Правильный ответ этого примера. 69 925. И, наконец, четвертый пример. Ответ Ярослава 88 107. Правильный ответ. 88 107. Аплодисменты. Это Браво. Было очень здорово. Это было здорово. Ну, на слух все было идеально. Проверим, как решены задачи на доске. Посмотрим правильные ответы на экране. Итак, ответ первого примера у Ярослава. 90. А на самом деле правильный ответ. 98. 8. 13. 13. 72. 72. 6. 6, 51. Да, 51, ни одной ошибки. 3, 3, 80, 80, 4, 4, 96, 96. Ярослав, пока ни одной ошибки нету. 14, 14, 54, 54, 17, 17, 98. Все верно? 15, 15, конечно. Аплодисменты тебе, это очень здорово. Это очень здорово. Но нас ждет второй этап. Это еще не все. Сейчас мы проверим, может ли Ярослав работать одновременно с разными типами задач. Я также буду читать ему примеры, на которые Ярослав должен дать ответ вслух. Одновременно с этим наш герой должен читать фрагмент из романа Жюля Верна «15-летний капитан». В этом фрагменте пропущены буквы. Ярославу нужно понять, какие именно это буквы, составить из них фразу и произнести ее в финале испытания. Понятное условие? Угу. Готов? Угу. Тогда начали. 3849 плюс 9648 минус 2839 минус 5523 плюс 7310 минус 4825 плюс 6012 плюс 7324 минус 2190 плюс 9716 минус 5583 минус 3628 плюс 6222 минус 4087 плюс 4518 равно 25924. 25924. Второй пример. 57625 минус 39877 плюс 27190 плюс 44175 плюс 10520 минус 12386 равно 87247. 87247. Третий пример. 77518 минус 49291 минус 15673 плюс 51017 минус 14597 плюс 38774 равно 87748. 87748. Четвертый пример. 2762 плюс 9641 плюс 1394
плюс 2775, минус 1623, плюс 2356, минус 8378, плюс 8454, плюс 8565, минус 9857, минус 5169, плюс 8476, минус 1662, минус 1784, плюс 4874 равно 20824. 20824. Пятый пример. 54072 минус 14168 плюс 43459 минус 27358 минус 14857 плюс 28670 равно 69818. 69818. И шестой пример. 61465 плюс 19519 минус 15583 минус 12001 минус 41281 плюс 22778 равно 34897. 34897. У меня закончились примеры. А как у тебя с текстом? Нормально. Закончил? Да. Ух, я устал невероятно. Давай проверять примеры. Итак, твой ответ на первый пример 25924. Правильный ответ? 25924. Второй пример. Ответ твой 87247. Правильный ответ? 87247. Третий пример. Ответ Ярослава 87748. Правильный ответ? 87748. Ни одной ошибки. И четвертый пример. Твой ответ 20824. Правильный ответ на этот пример? 20824. Пятый пример. Твой ответ 69818. Ответ на этот пример? 69818. И, наконец, заключительный пример шестой. Ответ на него Ярослава 34897. Правильный ответ? 34897. Ни одной ошибки? Ни одной. Аплодисменты Ярославу. Это достижение, безусловно. Но, а теперь узнаем, что получилось с текстом. Какие буквы пропущены и какое слово из них можно составить. Даже не слово, целая фраза. Математика – это язык. Математика – это язык. Ну, звучит разумно. Давайте проверим, такая ли фраза должна была получиться. Это фрагмент текста. Вот пропущенные буквы и текст из них. Математика – это язык. Ярослав – это удивительное, красивое и завораживающее зрелище, которое ты нам продемонстрировал. Тебе аплодисменты. Это очень здорово. Очень.